Первоначально Affliction задумывался исключительно как бренд для татуировщиков, байкеров и рок-музыкантов. Однако позднее, получив широкий отклик среди голливудских знаменитостей, Affliction превратился в голливудский бренд номер один. Affliction начал свою историю в Лос-Анджелесе в 2005 году. Марка основана творческим сообществом известных тату-художников и знаменитых борцов. Продукция компании включает мужские и женские футболки, толстовки, рубашки, джинсы, шорты и многое другое. Девиз компании Live Fast охватывает различные тематики: рок-н-ролл, мотокультуру и татуировки. На многие футболки нанесены отличительные знаки и имена ММА-бойцов, среди которых Рэнди Кутюр, Джордж Сен-Пьер, Куэнтон Джексон и Федор Емельяненко. Значимым событием для развития бренда стал эксклюзивный контракт с UFC. Affliction укоренился среди участников боев не только как спонсор, но и как производитель удобной и высококачественной одежды, подчеркивающей индивидуальность и мировоззрение каждого бойца. Отличительной чертой бренда является использование искусственного состаривания ткани с помощью кислотных ванн. Кроме этого, используется ручная аппликация, которая также придает такой одежде индивидуальность и неповторимость. Успех компании Affliction был слишком большим, чтобы ограничиваться лишь территорией США. И в 2009 году в Москве открылся первый в России магазин одежды Affliction. Лицом бренда в России стал многократный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко. В 2008 году компания Affliction создает бойцовскую лигу с одноименным названием Affliction, которая проводит бои по ММА с участием таких звезд, как Витор Белфорд, Джош Барнетт, Андрей Орловский и Федор Емельяненко. На счету компании Affliction Entertainment два проведенных турнира в 2008 году и в 2009 году. Третье событие, запланированное на 1 августа 2009 года, не состоялось, так как выяснилось, что участник главного боя Джош Барнетт провалил допинг-тест. Не сумев подыскать замену Барнетту, компания отменила событие. В связи с большими денежными потерями организаторы приняли решение вообще отказаться от проведения боев по ММА. Сегодня одежда этого бренда является одной из самых популярных не только в США, но и во всем мире. Среди звезд ММА, которые представляли бренд Affliction, были такие известные бойцы, как Федор Емельяненко, Кейн Веласкес, Рэнди Кутюр, Андрей Орловский, Джордж Сен-Пьер и Куэнтон Джексон. А также многие звезды кино и музыки сотрудничали с этим брендом. На этом все. Надеюсь, тебе понравился выпуск. Это была краткая история происхождения бренда Affliction. Ставь лайк, оставляй свой комментарий и подпишись на канал MMA Top Show.